Тема нашей сегодняшней встречи – новый продукт Vision LC Balance, или по-английски LC Balance. Реализация нового продукта началась с 1 января 2011 года. И по результатам первых же дней продаж его доля в товарообороте составила 30%. С первых же дней LC Balance вышел на первое место по продажам среди всех продуктов Vision. Почему? С чем связана такая популярность? Откуда такой спрос? Ответ на этот вопрос однозначен. Холестерин. Загадка современной науки. Ученые всех стран вот уже полтора века занимаются его изучением. О нем написаны тонны научной литературы. Загадочности, конечно же, поубавилось за все это время, но проблемы, связанные с холестерином, остались. И от этих проблем сегодня страдают миллионы и даже сотни миллионов людей. И это не преувеличение. Заболевания сердечно-сосудистой системы представляют сегодня смертельную угрозу номер один в мире. Так как же бороться с этими проблемами? В чем их первопричина? Что такое холестерин? В каких формах он существует в организме? Для чего он существует в организме? Каковы механизмы его образования в крови? В чем уникальность продукта LC Balance? Как он работает? И почему мы называем LC Balance продуктом двойного действия? На эти и многие другие вопросы вы получите исчерпывающие ответы в ходе сегодняшней онлайн-конференции, которая называется LC Balance – уникальный продукт двойного действия. Разговор будет глубоким, разносторонним и очень конкретным. После сегодняшней встречи у вас не останется ни одного вопроса. Вы все будете вооружены отличными знаниями о нашем новом продукте. Сегодняшняя конференция подготовлена департаментом маркетинга Vision, и уникальность ее в том, что в конференции принимают участие представители концерна Аркофарма, то есть непосредственного производителя нашего продукта. Это менеджер по маркетингу экспортных операций господин Тири Боксис и хорошо известный дистрибьютором Vision директор по международному развитию господин Кристофер Тейлор. Но прежде чем перейдем непосредственно к продукту и представим слово нашим европейским партнерам, давайте поговорим о проблеме в целом, о проблеме, которую сегодня называют самыми страшными эпитетами. Бесшумный убийца, убийца артерий, ужас века, общественная опасность номер один и так далее, и так далее. Так вот, для вдумчивого, обстоятельного освещения этой проблемы мы пригласили топ-лидера компании, миллионера Vision, кавалера ордена бриллиантового совершенства, лауреата первой национальной премии «Здоровое поколение 21 век», VIP 4 звезды Тамару Пшенникову. И знаете, дамы и господа, дело в том, что Тамара Васильевна в настоящее время находится за пределами Москвы и даже за пределами России, поэтому, к сожалению, она не сможет выступить в прямом эфире, но у нас есть запись ее выступления, и поэтому прямо сейчас слушайте Тамару Васильевну Пшенникову в нашем эфире. Итак, слово представляется Тамаре Пшенниковой. Внимание! Здравствуйте, дорогие друзья! Каждому человеку хочется жить в этом мире подольше и жить полноценной, здоровой жизнью. Отчего же надо защищаться современному человеку в первую очередь? Основной причиной смертности в нашем цивилизованном мире являются болезни сердечно-сосудистой системы. По статистике, в 2030 году около 23,6 миллионов человек, к сожалению, умрет от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые из Лозаннского университета Швейцарии подготовили доклад для Всемирной организации здравоохранения по статистике сердечно-сосудистых заболеваний в 34 странах мира. Россия заняла по смертности от этих заболеваний первое место. Они составляют 57% общей смертности. Это самый высокий показатель в мире. Печальная статистика. Первопричиной этих заболеваний чаще всего является атеросклероз.
Атеросклероз – это хроническое заболевание, при котором стенки артерий уплотняются и теряют эластичность, что ведет к сужению их просвета, а значит к затруднению тока крови и кислородному голоданию органов и тканей. Заболевание развивается постепенно, поражает все сосуды организма и протекает бессимптомно. Избыток холестерина в крови откладывается на внутренней поверхности кровеносных сосудов, образуя атеросклеротические бляшки. Атеросклеротическая бляшка – это образование, состоящее из смеси жиров, в первую очередь холестерина и кальция. На поверхности этого нароста, на внутренней оболочке сосуда, начинает откладываться тромбы. Это скопление клеток, в основном тромбоцитов и белков крови. Тромб, во-первых, еще больше сужает просвет артерии, а во-вторых, от него может оторваться кусочек, который током крови увлекается дальше по сосуду, пока не попадет в сосуд с небольшим диаметром и может закупорить этот сосуд. Это катастрофа. Кровь перестает поступать через данный сосуд в какой-либо орган или его часть, и начинается гибель клеток в пострадавшем органе. При попадании тромба в сосуды, питающие сердце, развивается инфаркт миокарда. Если тромб попал в мозг, возникает инсульт. Еще одна причина инсульта – кровоизлияние в мозг. Это внутреннее кровотечение в головном мозге. Артерия, пораженная атеросклерозом, может разорваться и затопить кровью близлежащие ткани головного мозга. Инсульт может привести к параличам половины тела, к нарушениям речи, к мозговой коме и к смерти. Далеко не всегда лечение подобных состояний дает положительные результаты. Инсульт и инфаркт миокарда – основные причины внезапной смерти, когда катастрофа возникает мгновенно и помочь человеку невозможно. Каковы факторы риска возникновения атеросклероза? Первый – это несбалансированное питание. Очень большая проблема нашего времени. Второй фактор – малоподвижный образ жизни. Тоже характерен для современности. Излишний вес тоже является все нарастающей проблемой цивилизованных стран. Повышение артериального давления, то есть гипертония. Вредные привычки, курение, употребление алкоголя, возраст. Это заболевание обычно удел пожилых людей, но в последние годы атеросклероз все чаще встречается у молодых людей и даже в детском возрасте. И еще одна очень важная причина возникновения атеросклероза, фактор риска, очень распространенный и очень серьезный. Это повышенный уровень холестерина. Что же такое холестерин? Это слово сейчас на слуху даже у тех, кто в принципе слабо интересуется вопросами здорового образа жизни. Кто он? Воплощение мирового зла, бесшумный убийца или очень важное для организма вещество? Холестерин – это жир, липид. По химической номенклатуре – это спирт. Международное его название – холестерол. Холестерин поступает в организм из двух источников. Основная часть вырабатывается печенью – 75-80%. И 20-25% поступает в организм из пищи – с мясом, с молочными продуктами, с яйцами, с некоторыми морепродуктами. Холестерин присутствует во всех органах и тканях организма. Он входит в состав оболочек, то есть мембран всех клеток организма, участвует в синтезе гормонов, в том числе половых. Много холестерина в нервной ткани, он участвует в выработке желчных кислот, необходимых для переваривания жирной пищи. Он важен для усвоения жирорастворимых витаминов А, Д, Е, К. С одной стороны, высокий уровень холестерина ведет к тем самым сосудистым проблемам, связанным с развитием атеросклероза, о которых мы уже говорили. С другой стороны, недостаток холестерина повышает риск депрессии, апатии, ведет к ухудшению работы головного мозга, к возникновению онкологических заболеваний и даже к импотенции. Но, как писал знаменитый Парацельс,
Все есть яд и все есть лекарство. То и другое определяет доза. Доза и баланс. Баланс так называемого хорошего холестерина – это липопротеиды высокой плотности, и плохого холестерина – это липопротеиды низкой плотности, которые в повышенных дозах являются для нашего организма смертельно опасным. Именно плохой холестерин повышает с избыточным потреблением красного мяса, колбас, твердых сыров, сала, жирной пищи и особенно хлебобулочных изделий с использованием трансжиров, так называемых растительных жиров, маргарина. А производители не указывают на этикетке высокий уровень холестерина. Проблемой борьбы с атеросклерозом сейчас озабочены ученые всего мира. Уже к 20 годам совсем молодые люди приобретают устойчивые жесткие бляшки в сосудах. Бесспорно, профилактика атеросклероза и контроль над уровнем холестерина должны начинаться еще в юном возрасте. Людям после 35 лет профилактика атеросклероза просто жизненно необходима. Компания Vision не могла остаться в стороне от масштабной холестериновой проблемы. Начало 2011 года ознаменовалось появлением продукта телохранителя, способного защитить наши сосуды, а значит и нашу жизнь. И это новая биодобавка LC Balance. Переходим к основной части нашей сегодняшней конференции, посвященной, как я уже говорил, новому продукту. И действительно, как сказала Тамара Васильевна, этот продукт можно назвать телохранителем нашей жизни. Итак, новый BUD Vision LC Balance. И сейчас слово предоставляется представителям концерна Аркофарма, господину Тьерри Боксису и господину Кристоферу Тейлору. Выступление представителя Аркофармы прозвучит на французском языке с переводом на русский язык. И перевод будет осуществлять менеджер по дистрибьюторским проектам Vision Елена Коваленко. Прошу вас. Экспорт-директор Аркофарма. On parle d'un nouveau produit LC Balance. Un nouveau produit contre le mauvais cholestérol. Un complément nutritionnel qui baisse le niveau de cholestérol. Une réponse au problème de la prévention de l'athérosclérose et de contrôle du taux de cholestérol. Добрый день, дамы и господа. Сегодняшняя наша презентация посвящена новому продукту компании LC Balance, продукту, который предназначен для борьбы с вредным холестерином, с плохим холестерином. Это новая биологически активная добавка, которая контролирует уровень холестерина, а также является решением проблемы профилактики атеросклероза и болезней сердца. Plusieurs produits contribuant à baisser le niveau de cholestérol sont présents sur le marché actuel. Mais ça, tous, il s'agit sur une seule plante. На сегодняшний день на рынке представлен ряд продуктов, способствующих снижению уровня холестерина. Но, к сожалению, все они действуют только в одном направлении. Ces talents et un produit unique. LC Balance est un complément nutritionnel à double action. Основное отличие, основная уникальность новой биологически активной добавки LC Balance в том, что LC Balance – это биологически активная добавка двойного действия. Les principes actifs de LC Balance sont les phytostérols et les polycotanols. Il contribue le niveau de cholestérol parallèlement sur les deux plans. Le caractère unique de la formule de LC Balance réside dans le principe de la double action. Активные компоненты LC Balance
Это фитостеролы и поликазанол. Они контролируют уровень холестерина параллельно в двух направлениях. В этом и заключается уникальность формулы LC-баланс. В принципе, двойного действия. Présente maintenant le directeur de marketing international et le spécialiste en nutrition, Monsieur Bauxis. Позвольте сейчас передать слово менеджеру по маркетингу экспортных операций и также специалисту в области питания, господину Тьерри Бауксису. Bonjour, mon nom est Thierry Bauxis. Je suis très heureux de vous présenter ce nouveau produit. Добрый день, дамы и господа, меня зовут Тьерри Бауксис, и я очень счастлив сегодня представлять вам наш новый продукт. Le premier composant de LC Balance, les fitostérols, sont des constituants naturels de membrane des cellules végétales. Прежде всего, я хочу рассказать о тех активных компонентах, которые входят в LC Balance. Поговорим о фитостеролах. Что это такое? Это натуральные компоненты мембран клеток растений. Ils agissent sur le cholestérol rentrant avec l'alimentation. C'est le cholestérol exogène. Фитостеролы контролируют уровень холестерина, который поступает в наш организм вместе с пищей. Такой холестерин называется экзогенный. Ils abaissent l'absorbabilité du cholestérol dans l'intestin. Также они способствуют снижению всасываемости холестерина в кишечнике. Et de ce fait, ils нормализуют la digestion. И благодаря всему этому они нормализуют работу пищеварительной системы. Les phytosterols sont des principes actifs biologiques naturels. Ils ont un effet régénérateur et ils ont aussi des propriétés antibactérielles et hypocholestérolémiantes. Фитостеролы – натуральные биологически активные вещества, которые обладают восстанавливающим эффектом, а также антибактериальным действием и возможностью снижать уровень холестерина, плохого холестерина в крови. Alors voici les phytostérols qui sont présents dans la formule de LC Balance. Ce sont les bêta-phytostérols, les bêta-phytostanols, le campestérol, campestanol et sigmasterol. На данном слайде вы можете видеть фитостеролы, которые входят в состав LC-баланс. Это бета-ситостерол, бета-ситостанол, кампестерол, кампестанол и стигмастерол. En ce qui concerne les sources de phytostérol, on peut trouver des phytostérols dans les huiles végétales de noix, de soja ou de tournesol, par exemple. В какой же пище, которую мы едим повседневно, мы можем найти источники фитостеролов? Прежде всего, фитостеролы содержатся в растительных маслах, таких, например, как ореховом, соевом или подсолнечном. Alors, nous allons parler maintenant du second composant de LC Balance, le polycosanol. Давайте теперь поговорим о втором компоненте, ингредиенте, который входит в состав LC-баланса. Это поликазанол. Le polycosanol bloque la synthèse du cholestérol qui est produit dans le foie. Ce cholestérol, c'est le cholestérol endogène. Что же такое поликазанол? Для чего он нам полезен? Поликазанол блокирует синтез холестерина, вырабатываемого в печени, так называемого эндогенного холестерина. Notre polycosanol, c'est un extrait naturel de canne à sucre. Поликазанол – это натуральный экстракт сахарного тростника. Le polycosanol de canne à sucre contribue à bloquer la synthèse du cholestérol dans le foie, à augmenter le niveau du bon cholestérol dans le sang. Поликазанол, экстрагируемый из сахарного тростника, способствует блокированию синтеза холестерина в печени, повышению уровня хорошего холестерина, а также уменьшению концентрации плохого холестерина, так называемые липиды низкой плотности в крови. Le polycosanol baisse la synthèse de l'enzyme HLG-coenzyme,
environ de 2 fois. Cette enzyme est un élément essentiel qui participe au contrôle et au processus de synthèse du cholestérol. Поликозанол способствует снижению примерно в 2 раза выработки в организме фермента 3-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим А. Что это такое? Это главный элемент, участвующий в процессе синтеза холестерина. Donc, le poliquezanol contrôle le niveau du cholestérol qui est produit par l'organisme et normalise le métabolisme. А также поликозанол контролирует уровень холестерина, вырабатываемого самим организмом, и нормализует обмен веществ. Donc, il contrôle les sources externes et internes du cholestérol, normalise le niveau du mauvais cholestérol sans baisser le niveau du bon cholestérol. Bref, tout est sous contrôle. Таким образом, чем же отличается продукт LC-Balance от всех остальных продуктов, присутствующих на рынке? Именно тем, что берет под контроль как внешние, так и внутренние источники холестерина, способствуя нормализации уровня плохого холестерина, при этом не снижая количество хорошего ниже положенной нормы. То есть мы можем сказать, что у нас все под контролем. En fait, il bloque la synthèse du mauvais cholestérol dans le foie, qui constitue un facteur interne qui influence entre 75 et 80% la synthèse du mauvais cholestérol. Еще раз напомним о том, что LC-Balance контролирует уровень холестерина по 2 направлениям, то есть способствует уменьшению выработки плохого холестерина в печени, что составляет внутренний фактор, и заметьте, этот фактор 75-80%. И puis, il empêche l'absorption du mauvais cholestérol dans l'intestin également. C'est un facteur externe qui influence à 20 et 25%. La synthèse du mauvais cholestérol. А также препятствует попаданию в организм плохого холестерина из пищеварительного тракта, что является внешним фактором и замедляет его на 20-25%. Что 75%? LC-Balance contribue à diminuer la synthèse de l'enzyme HMG-CoA qui participe au processus de la synthèse de cholestérol et contribue aussi à prévenir l'athérosclérose et les maladies cardiovasculaires. Также LC-Balance способствует снижению образования фермента 3-гидрокси-3-метилглутарилкоэнзим А, который участвует в синтезе холестерина и является профилактикой атеросклероза и сердечно-сосудистых заболеваний. Donc, notre nouveau produit LC-Balance, c'est de nouvelles possibilités de business sur un nouveau marché. Таким образом, вы видите, что новый продукт LC-Balance предоставляет вам совершенно новые бизнес-возможности на рынке. Avec LC-Balance, tout est sous contrôle. С LC-Balance вы все держите под контролем. Как мы с вами уже говорили, этот продукт затронул проблему глобальную, очень важную, я бы сказала, жизненно важную для всего человечества. Как жить долго? Как уберечь себя от главной причины смертности рода человеческого? Как вы знаете, все наши продукты разделены на 4 категории. Первая категория – это продукты для жизни. Вторая – продукты для красоты. Третья – это продукты для стиля. И 4-я категория – продукция для удовольствия. И не случайно LC-Balance отнесен в группу для жизни, for life. Этот продукт актуален для всех категорий потребителей, начиная с молодого возраста. Группа риска, относящаяся к этой проблеме только в нашей стране, оценивается в 250 миллионов человек. Решение этой проблемы с помощью нашего продукта, уникального продукта LC-Balance, актуально для людей абсолютно во всех странах. Все больше и больше людей в
во всех странах задумываются о профилактике, о здоровом образе жизни, о здоровом питании. Здоровое питание в современных условиях практически невозможно без биологически активных добавок. Именно они создают тот уровень защиты жизни и здоровья, который необходим современному человеку. Впервые создан высокой наукой продукт, который создает полноценную защиту от главной проблемы человечества, от врага номер один, от сердечно-сосудистых заболеваний. LC-баланс все более и более будет востребован на мировом рынке. И он в наших руках, в ваших руках. С этим продуктом вы должны идти к людям. Они в нем нуждаются, даже те, которые еще об этом не знают. Мы должны их спасти. Мы с вами. И я не знаю задачи более благородной, чем эта.